Всем привет! Привет! Ксюш, поздоровайся! Всем привет! Всем привет! Вы на канале Супер Ксю! Ксюша, хочешь, расскажу тебе страшную страшилку? Да! Слушай, жила-была девочка. У одной девочки в комнате стоял старый-старый шкаф, который девочка очень не любила. Днем это был совершенно обычный шкаф, в котором лежали ее вещи. Но ночью из шкафа все время раздавались какие-то странные шорохи, а порой и звуки. Девочку это очень сильно пугало, и она все время укрывалась одеялом с головой и старалась не смотреть в сторону шкафа и поскорее уснуть. Но однажды звуки стали такими навязчивыми, что девочка не выдержала и вылезла из-под одеяла и посмотрела в сторону шкафа. Она заметила какое-то странное свечение, которое ее очень удивило. Кто-то есть? Подойди поближе, дитя. Я хочу поиграть с тобой. Моя мама не разрешает мне разговаривать с незнакомцами. Если она узнает, она будет меня ругать. Не будет. Она сама разрешила нам поиграть. Хорошо. Иди. Иди. Не бойся меня. Девочка встала с кровати и подошла ближе к шкафу. Она надеялась, что, возможно, в шкафу живет какой-то добрый волшебник, и он не причинит ей зла. Мама девочки услышала, как ее дочь с кем-то разговаривает, и поспешила в детскую. Когда она открыла дверь, она не видела никакого сияния. Она увидела то, что повергло ее в ужас. Дверцы шкафа захлопнулись. Мать закричала, подбежала к шкафу, открыла двери, но шкаф оказался пуст. Всем пока! Всем пока! Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк! Всем пока! Всем пока!